Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересном воблере. Воблерок недорогой от компании BAT. Моделька у нас называется Appetitl Pop. То есть это у нас топ-вотер, поппер так называемый. Идет он также под номером 442-50-50. Длина его составляет 50 мм. Весит он 5 грамм. Расцветка в данном случае 307. Ну и соответственно он плавающий. А упаковочка бюджетная. Оснащен воблерок у нас двумя тройниками от компании Мустад, что я считаю неплохо в данном ценовом сегменте. Крючки хоть и бюджетные, но вполне достойные по своему качеству. Окраска у нас так называемый шпрот, то есть темно-синяя спина, желто-золотистые бока с таким радужным отливом и бледно-оранжевая брюшка. У воблера носовая часть скошена под определенным углом, также углублена так называемая плевалка, как многие ее называют, попперная. Имеется детализация, имитирующая чешую, жаберные крышки, вклеенные 3D-глазки, здесь все изготовлено неплохо. Имеется также шумовая камера, звук приглушенный, не сильно звонкий. В общем и целом поппер визуально довольно-таки неплохо изготовлен. Округлый в своем сечении практически данный попперок. Здесь установлены тройные крючки, повторюсь, мустадовские, неплохо подобраны по размеру, довольно неплохие по своему качеству. Заводные колечки также довольно неплохие, с плотным витком и вполне нормальной по диаметру проволочки. Задний тройничок у нас оснащен такой вот опушечкой белого цвета с такими вот блестящими вставочками. Опушка здесь надежно примотана к основанию крючка, к ножке так называемой, и проклеена клеем. Все здесь довольно-таки неплохо. Воблер обладает отличными полетными характеристиками. После приводнения воблер сразу начинает всплывать. Воблерок, как многие попперные, волкерной проводки в данном случае не имеет. Некоторые поппера имеют. Этот же поппер волкерной проводочки не имеет. Отзывается довольно неплохо. Немножко нужно потренироваться в проводочке, чтобы получались классические попперные бульки. Также при определенной проводке умеет брызгать. То есть, если совершать короткие, такие легенькие рывочки, ну, резкие, короткие рывочки, поппер начинает булькать. Если рывки, скажем так, делать с небольшой такой протяжкой, более длинной, то поппер начинает уже создавать брызги на поверхности воды. Конечно, в первую очередь попперок подойдет для ловли окуня, также подойдет для ловли головля, ну и в прилове могут попадаться другие виды хищника. Данную приманку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.